выращивали. Все может быть. Серег, не маяч в кадре, Сереж. Да, и вот он прощается, он видит его. Может, разберутся, ничего не разберутся, вот уже наши стреляют. Серег, снимай за мной, стой как за мной. Советские ничего не умели переубеждать. Маузер, товарищ Маузер, как и больше все позорно сошли со сцены, как будто никогда не было. Если насколько это верно, только в стране было 66 миллионов расстреляно. По политическим статьям и прочее. Класс за классом вырезали. Офицерство, дворянство, священство, зажиточное раскулачивание. Солженицын говорит, его кажется, Черчилль спросил, во что обошлась это раскулачивание. Он говорит, растопырил пальцы и бросил вперед. 10. А сегодня считают уже 12 миллионов. Войну-то говорили, потеряли сколько? В 3 раза сейчас увеличили, все. 28 уже. А было-то там 10 сейчас. За каждого немца 5-6 платили. Остаться и истреблялась. Они долго делали его, очень долго. Видишь, такая фигура огромная, поднимали ее. Это памятник, в каждом дворе надо ставить. Вот здесь вот были, народу много открывали, представители класса, губернаторы, все. И вот здесь стояли, брали интервью, и мне пришлось давать интервью. Как они... Потому что осколки лагерей этих остались. Я вас слышу. Поехали! Поехали!